Коня нужно убрать. Таково решение экспертов по геральдике. Белоснежный конь, который парит над доменной печью на гербе Барнаула, не соответствует требованиям, так как он элемент государственного символа теперь уже другого региона. Мы сейчас не являемся частью губернии Томска. Никакого отношения к ней не имеем. Нужно просто по геральдическим традициям убрать из герба города Барнаула, которым является доменная печь, и с изображением на фоне гор серебряного коня. Этот герб Барнаул носит с 1846 года, а в 1917 Алтайский край вышел из состава Томской губернии. Но о смене главного государственного символа заговорили лишь сейчас, когда в Барнаул установят стелу «Гора трудовой доблести». На ней должны изобразить и узаконенный герб. Поэтому в ближайшее время мэрии предстоит много работы – разработать и утвердить новый символ. Ответственное мероприятие? Ну, очень. Ну и почетное, ответственное и почетное. Тем более, что действительно у нас есть и 300 лет, и есть. Но мы же с вами идем постоянно с вами вперед, мы же развиваемся. Появиться должен герб, которым будет гордиться барнаулец. Мы его должны заказать, профессионалы его должны будут подготовить, а потом мы приблизимся к его обсуждению, ну или даже голосованию. Так что, вероятно, новый герб выберут и сами жители краевой столицы. Какие элементы будут в новой версии, пока неизвестно. Кстати, возможно, на нем появится корона. Но к коронавирусу это не имеет отношения. Это будет символом административного центра. В любом случае, эскизы только начинают разрабатывать. Дмитрий Дроздов, День с толком.